Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре вот такая импортная плата Bosch немецкая, 80-81 год прошлого века. Сейчас коротко расскажу, что я здесь с нее буду снимать. А вот тут микросхемы есть. Как я их определяю, есть в них что-нибудь или нет, я просто надкусываю и смотрю. Конечно, не все подряд. Вот давайте вот эту керамику надкусим. Посмотрим, что здесь. Ну, тут она пустая. Смотрю название, допустим, Португал, 81 год, 27 месяц, и цифры приблизительные. Вот это одинаковое, вот это, за исключением, вот тут 56 написано, тут 74. Возможно, они будут разные. Вот Португал. То есть одну-две надкусил, поглядел. Если нету, то и остальные нет смысла надкусывать. Давайте вот это вот проверим. Вот две одинаковых. Вот это вот и вот это вот. Тут тоже ничего нет. Скорее всего, пустая она. Вот эти вот большие кусал, 4. Тут вот присутствует позолота. Далее. Вот эти вот разъемы, обратите внимание, посадочные гнезда у них желтого цвета на керамической основе. Обязательно буду выпаивать. Также конденсаторы чем-то на наши тантало-необиевые похожи. На всякий случай также их буду снимать. Кроме этого, вот эти все разъемы можно будет, обязательно надо будет снять. Везде у них посадочные гнезда желтого цвета. Разъем. Я нашел способ вот таким вот образом по чуть-чуть можно их достаточно легко снимаются. Вооружайтесь ножницами по металлу и таким вот образом, не торопясь, срезаете ламели. Вот они. Вот, срезом. Но самое интересное, друзья, обратите внимание, вот транзистор импортный. LM3, тут не видно, 3К. Steel 135. На первый взгляд, ничего обычного здесь нет, импортный транзистор, но когда я его надрезал, то внутри,
как и в наших транзисторах советских, обнаружил позолоту. Так что старайтесь все импортные транзисторы также вскрывать, особенно те, которые времен СССР выпускались. В импортных тоже содержится позолота. Вот видите, импортный. А когда его откроешь, в нем как в советских. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.